В нашу редакцию поступила жалоба от жильцов дома по адресу Рубиновая, 2А. Дело в том, что у них отключили газ. Теперь приготовить еду негде, да и в квартирах холодно, потому как в каждой из них стоят газовые котлы. Ссылаясь на то, что у нас неисправны вентиляционные каналы. Когда отключили? Которого числа? 9 октября. 9 октября. Жильцы в голос говорят, что воюют в прямом смысле этого слова с газовиками. Второй подъезд горожане отстояли, а вот остальные два не удалось. Газ в них все же отключили. Ни в какие рамки не входит. Мы просто каждый раз отбиваем это стояки, чтобы не отключили. Только мы, если отошли, газовая машина подъезжает и отключает стояки, успевает. Мы успеваем только выскакивать. Отметим, этот дом был построен в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья. В марте 2016 года он был сдан. Но радость от новоселья оказалась недолгой. Проблемы в этом доме начались сразу же. Здесь не было водосточных желобов, поэтому во время дождя вода течет по фасаду. В подвале завелись блохи, в квартирах образовалась плесень, которая до сих пор имеется на первых этажах. В июне 2017 года с проверкой по жалобе жителей приезжала комиссия Общественно-народного фронта. Как говорят жители, был составлен акт по устранению замечаний. Срок до 19 августа 2017 года. К нареканиям теперь еще добавились и неисправности в газовой системе. Они же хотели отключить газ по всему дому, несмотря на отопительный сезон. И то, что на улице холодно. Просто мы не дали свой подъезд вот отключить, не дали. А кто они, твои организации? Приехали Горгаз, вот Тихая один. Тихонько. Я попросила предъявите, пожалуйста, документ, любой документ. Ни один ничто нам не предоставляет. Ни один. 3 года назад дом приняли, и якобы все работало, хотя это сразу нам строители говорили. По проекту запланирована была изначально неправильно вентиляция. Более 2 недель жильцы 2 подъездов живут без газа. И что делать дальше, не знают. Написали заявление в прокуратуру и ждут решений по своей проблеме. Предыстория это такая была. Они развесили на подъездах, Тихая один организация, на подъездах развесили, что с ними нужно заключать договора о обслуживании газовых котлов. У нас все в доме, конечно, отказались. Надо платить 2700 за это. А если котел сломается, нужно выкладывать свои деньги, чтобы его отремонтировать. В каждой квартире стоит котел? Да. В каждой квартире стоит котел. Напрашивается вопрос, как был принят дом у подрядчика и кто за это в ответе. Наша телекомпания начала свое расследование по данному дому. И о его результатах мы расскажем в наших ближайших выпусках новостей. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинске.